Двор по улице Новосадовая, 345, стал первым в городе, который отремонтировали по программе «Двор, в котором мы живем». Дело было в 2010-м, сегодня некогда яркие краски потускнели. Жители здесь активные, сами организовали субботник, чтобы обновить любимый дворик. На помощь к ним пришли члены общественного совета микрорайона, чем приятно удивили собравшихся. С общественными советами очень хорошо мы контактируем, потому что даже вот мы проводили субботник очень активно. Они приехали, нас поблагодарили, угостили детей сладостями. Это было очень здорово. Вот они нам покрасили все ограждение. Это было очень здорово. Предложений от жителей поступает немало. Где-то нужны парковочные карманы, где-то детская площадка. Автомобилисты страдают от состояния внутриквартальных дорог. В общественном совете принимают жалобы и ищут пути решения проблем. Мы своими силами общественного совета микрорайона прошлись по всем дворам в нашем микрорайоне, буквально по каждому дому достучались, встретились с жителями и на основании их пожелания уже записали, где нужно сделать оградку, где покрасить нужны лавочки в этом отношении, либо, допустим, покрасить подъезд. Общими усилиями легче преображать родной город. Именно для этого в рамках реформы местного самоуправления, которая сегодня реализуется в Самаре, созданы общественные советы. Следующий шаг – формирование районных советов депутатов. 13 сентября самарцы определят избранников от своего района, которые войдут в его состав и будут отстаивать интересы жителей. Валерия Макарова, Сергей Баскин, «События».